Итак, всем привет! Сегодня я поиграю для вас немножечко рифаков в стиле трэш-метал. Вот, как можете понять из названия этого ролика. Вот, я на протяжении многих лет играл этот жанр, любил очень сильно, был большим фанатом. Вот, и поэтому, в принципе, наверное, мне есть что, может быть, показать. Давайте просто быстренько пробежимся, в принципе, по основам этого жанра, что в нем используется, какие приемы. Ну, самое главное, да, это, конечно же, квинта. То есть квинта в сочетании с квартами, конечно, и там с различными терциями. Ну, что-то такое, да. Соответственно, в правой руке это у нас, естественно, галопы. Также просто переменный штрих, да. И, естественно, даунстрок. Вот, ну, такие вот основные, как бы, приемы, естественно. Ну, еще и мелодика, что же всякие. Ну, что-то вот в таком духе. Ну, в общем, давайте поиграем.